Привет всем! Сегодня у нас силовая тренировка на нижнюю часть тела. Давайте начинать. Начнем мы с отведения ноги в сторону. Это ваша правая нога. Руки держим в стороны. На выдохе отводим ногу. Внимание! Продолжаем. Колено направьте четко вперед, живот подтянутый. По три пружинки. Три, два, один. Вдох, выдох, 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 вдох. Не забывайте направлять колено четко вперед. Продолжаем. Старайтесь бедра держать четко вперед, не разворачивать. Особенно важно колено. А теперь 7 пружинок. 7, 6, носок на себя. 3, 2, 1, опустили. Еще 7. 3, 2, 1, подняли и держим ногу. Держим, тянем ее вверх, еще выше и выше. Молодцы. Отводим левую. На выдохе вверх. Опорная нога слегка присогнута. Еще. До конца зажимайте мышцы ягодицы. В два раза быстрее. Поехали. Выдох, вдох. Делаем, выполняем упражнение плавно. Усилием поднимаем ногу вверх и точно так же опускаем вниз. Угу. По три пружины вверху. Выдох, выдох, выдох. Плавно вниз. Выдох, выдох. Живот подтянут, помним. Старайтесь не заваливаться корпусом. Вот так. Держим корпус ровно. Еще. Еще. Руки для баланса. 7 пружинок. И 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Еще раз. 7. Не забывайте, что колено смотрит вперед. Опорная нога присогнута. 2, 1. Держим ногу. Держим. Выше. Выше. И еще выше. Хорошо. Встряхнули. Молодцы. Переходим к следующему упражнению. Плие. Стопы направили в диагональ. Садимся вниз. Ровная спина. На выдохе вверх. Чуть быстрее. Продолжаем. Держим спину ровно-ровно. Живот подтянут, ягодицы. Напрягаем вверху. Сокращаем. Еще быстрее. Садимся глубже. Колени смотрят четко по направлению стоп. Еще 8. Здесь у нас работает внутренняя поверхность бедер, ягодичные мышцы, передняя поверхность бедер. Последний раз. По три пружины внизу. Вдох вверх. Пружинка. Еще. Еще два раза. По три. Не забывайте вверху втягивать ягодицы. Семь внизу. Шесть. Пять. 4, 3, 2, 1, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 и медленно вверх. Хорошо. Встряхнули ноги. Встряхнули. Хорошо. Аккуратно опускаемся на коврик. Ваши ноги продолжение. Туловище. Не заводите сейчас ноги вперед или назад.
четко в сторону. Носки держим на себя. И начинаем работать правой ногой. Колено смотрит вперед. Очень важно ни в коем случае не разворачивать колено вверх. Только вперед. Выдох. Вдох. Выдох. Слегка присогните колени, не втягивайте их. Быстрее. Чувствуем ягодичную мышцу. Еще 8 раз. Дышите. Помните только правильное дыхание улучшает обмен веществ. По 3, 2, 1, вдох. И только так мы можем похудеть. И только так наши мышцы питаются кислородом, кровью. Последний раз по 3. Сделаем 2 пружинки по 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Еще одна. 7, 6. Тут уже все должно у вас печь. 3, 2, 1. Вы молодцы. Поставили ногу вот так перед собой. Теперь будет работать левая нога на приведение ноги. Вот эти мышцы внутреннего бедра будут задействованы вот здесь. И выдох, вдох, выдох, приведение ноги, ага. Быстрее. Колено смотрит вперед. Угу. Еще 8. 4 раза. 3. 2. По 3 пружинки. Поехали. 3. 2. 1. Еще. Семь пружинок, давайте. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. И последний раз. 7, 6, 5, 4, 3, 2. Максимально вверх. Молодцы, умнички. Меняем сторону. Скорей, скорей. Готовимся. Помним, одна линия ноги, продолжение корпуса. Локоть четко под плечом. Выдох. Вдох. Колени слегка смягчены. Вдох. И выдох. Вдох. Выдох. Вдох. Быстрее. Еще 8 раз в таком темпе. 8. Дышим правильно. Следим за корпусом. Носки на себя. Еще 4. Здесь у нас работает болт ягодицы. Помним, у нас будет очень красивая попа. По 3 пружины. Еще. Еще 2 по 3. Две пружинки по 7. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Еще раз. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Молодцы! Подставили. Работает нижняя нога на приведение. Угу. Не забываем носок на себя, колено вперед.
Задерживаем ногу вверху, ложим плавно вниз. Еще. Быстрее. Не забываем дышать. На выдохе мы делаем усилие. Еще четыре. По три пружины. Еще. Семь пружинок. Семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. И семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Умнички, хорошо. Немножко потянем. Продолжаем работу, включаем наши ягодицы как следует. Подъем ноги назад. Начнем работать. Вверху хорошо сокращайте ягодицу. Не разворачивайте колено в сторону, колено смотрит четко вниз. На выдохе поднимаем ногу, выдох, вдох, выдох. Давайте усилим, будем подтягивать колено вперед. Очень важно здесь сохранять поясницу неподвижно, ни в коем случае. Смотрите, покажу ошибку. Не прогибайтесь вот так в пояснице, не включайте ее в работу. Здесь работают только ягодицы, живот подтянут, поясница стабильная. Выдох, вдох, выдох, вдох, вверху зажимайте ягодицу. Еще раз. По три пружинки. Семь пружинок вверху. Семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Еще раз. Семь, семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Меняем ногу. Еще. Добавляем колено вперед. Больше растягиваем ягодицу вот здесь. И сокращаем вверху с силой. Еще. Работайте с усилием. Зажимаем ягодицы. Еще раз. И будем делать по три пружины. Поехали. Три, два, один. Дыхание. Еще. Последний. Семь пружинок вверху. Семь. Шесть, пять, четыре, три, два, один. Последний. Семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Молодцы. Сели на пятки. Не расслабляться. У нас еще одно упражнение впереди. И снова для ягодиц. Внимание. Поднимаем ягодицы. Втягиваем их вверху, на пол не ложим. Стопы у вас должны стоять на ширине тазовых костей. Пробуем быстрее.
Вверху обязательно сократите ягодичные мышцы. На выдохе вверху. Выдох. Выдох. Еще. Уже мышцы начинают потихонечку гореть. Угу. По три пружинки. Три, два. Только ягодицами. Семь пружинок вверху. Семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Семь, шесть, пять, четыре, три, два, один. Втянули и держим. Держать втянутыми. Сводим колени. Разводим. И снова сводим. Еще больше втягиваем. Держим. Напрягли. И еще 16. Вверх. Еще 8, последние. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Аккуратно опустились. Взяли к себе одну ногу, вторую. Потянули на себя. Приятные ощущения. Растягиваем ягодичные мышцы. Хорошо. Опустили одну ногу. Внимание, очень аккуратно. Пробуем выпрямить ногу на себя вместе с носком. Тянем локти в стороны. Если у вас не получается выпрямить, возьмитесь чуть-чуть ниже. Отведите ногу дальше, но все равно попробуйте ее выпрямить. И потянуть на себя. У кого как получится. Только если вы выпрямите колено, у вас будет натягиваться нога от пятки до ягодицы. Другая нога. Тянем. Обязательно носок на себя. Так еще больше мы усиливаем натяжение. Опустили. Оп. Растягиваем ягодичные мышцы. Меняем. Молодцы. Внутренняя поверхность бедер. Сделайте так, чтобы угол между вами и ногой был 90 градусов. Не заваливайте вот так ноги на себя. Приятное ощущение. Мы растягиваем внутреннюю поверхность бедер. Собрали. Опустили вниз одну ногу. Взяли за вторую и приподняли себя. Раз. Подставили руки, раскручиваемся. Вдох. Еще раз. Молодцы, спасибо. Мы отлично позанимались сегодня, поработали над ногами, над ягодицами. Всем хорошего настроения, отличного дня. Счастливо.